Всем привет! Пожалуйста, купите что-нибудь с моим тегом инкогнито. Продолжая играть PvE. Так, у меня сегодня 1008 день. Дают 1000 V-баксов. Ура! Поздравляю всех с Новым годом. Кстати, с новым 2023 годом всех поздравляю. Сегодня 1 января, и у меня 1008 день. 1000 V-баксов. Хороший подарок, блин, на 1 января. Так, у меня теперь 1200. О, у меня и алертов дофига. Пистолет, пулемет, садовые гномы. Офигеть. Так, смотрим, что же в магазине 1 января. Две бесплатные ламы. Хорошо. Давай. Лама, лама. Так, еще одна. Блин, легендарных выживших нету. Это печально. Легендарочек нету. Конечно. Так. Что у нас тут? Так, магазинчик. Магазинчики у нас ничего такого. Так, это я все покупал. Покупал. Так. Боже, двух выживших купить. Сейчас купим. Угу. Так, смотрим по ресурсам. О, с ресурсами у меня уже тут на убыль идет. Надо будет подфармить. Сегодня есть алерт. 40 V-баксов. Ура. Можно подфармить 40 V-баксов. Вот только где, интересно, их найти? Ну, где 40 V-баксов? Еще миссию надо 160 плюс повыполнять. Миссия 160 плюс. Так, где? О. О, циклоп. Отлично. Так, группа открывается. Так, смотрим еще раз алерты. Садовые города и пистолет, пулемет. Ну, можно пойти за путешественника тогда. Легче будет выполняться. Так, ну все, погнали. Так, загрузились, погнали вперед. Поищем сейчас что-нибудь интересное. Так, мне же садовые гномы, да? Города и пистолет, пулемет. А где пистолет, пулемет, кстати? Я, наверное, раздал кому-то. Два сделаем. Буду с них сейчас стрелять. Так, не лагай, только не лагай. Так, отлично, пистолет, пулеметик. Потихоньку свою миссию выполняет. Так, еще раз. Города еще надо посетить, ладно. Это проще в Камелесе. Вообще вот эти ежедневки в Камелесе проще всего делать. А здесь вот только алерты забрать и все. Чел даже ждать не захотел. Пойду ловушки тогда поставлю. Ну и правильно, я тоже сторонник алерты забирать. Зашел, сразу запустил и все. Надо еще миссии 160 пройти. После этого надо будет в зону храбрости еще сходить. Ее я в этом сезоне вообще не играю. Потому что как-то времени у меня совсем нет. Так, что у нас тут? Где наш деатомизатор? Где там
Катализатор есть. Так, здесь они могут подняться? Нет. Так, отлично, здесь подняться не могут. А, ПВОшки надо поставить. ПВОшки. Сейчас поставим. Где-то садовый гном уничтожается. Ничего себе. Не знал. Ну, где-то они уничтожаются. Все, отлично. Так, что, кусты убрать можно? Нет, нельзя. Поставим еще дрочки. Так, ну что. 5 минут еще. Кстати, вот траву не видно, почему. У меня настройки раньше были белые, видно было траву, а сейчас ее не видно. Как интересно сделать, чтобы было видно траву. Вот это вот что? 70 систем задержки при использовании графического необходимого видеокарты последняя. Вот этот я себе включу. Будет видно траву? Нет, не будет видно траву. Хорошо. А этот? Тоже не видно. Ну а какая настройка тогда? Может вот это? Это тоже нет. Блин, это... А вот, вот, отображение травы, ну все. Все, вот, нашел. Было же написано, что я не увидел-то сразу. Отображение травы. Все, это я уберу тогда. А это все оставим. Вот, теперь нормальная игра стала. Траву видно. Все, отлично. Я не увидел, что там же было написано. Ладно. Так, теперь... А вот смотри, здесь все равно не видно ее, да, на гладких поверхностях? Вот здесь кое-где видно, но не везде. Блин, это самый легкий адрес, который только можно найти. А, можно его не чуть-чуть выполнять. Но это нереально, то что они запустили эти силы. Ну все, короче, не сильно. Пройдено, можно сказать. Забираем наши награды. И опыт получаем, чтобы нам вкачать этот. Ну, королевскую, уровень королевской битвы. Так, пистолет, пулеметы, города. Хорошо. Баксики забрали. Так, вот у меня миссия 160+. 4 я прошел, да? Усилитель оружия. Надо еще где-то 2 пройти. Пойду-ка я, наверное, пройду. Еще 2 миссии 160+. А может и 3. Вот пойду на сбор данных. Так, возьму-ка я конструктора. Прочное здание. Так, здесь сведения о миссии. Ледяная буря. Ну, по-моему, из металла можно строить при ледяной буре, так что все есть. Группа открыта.
Все, погнали. Так, запустились на месяц 160 плюс. Что он делает? А, он это все. Все, пошли на сбор данных. Сейчас будем строить. Строить, строить. Тут сейчас всех сломаю. Ура, сломаю. Да, из металла построим. Так, на меня напали. Выпускаем дроны. И здесь нападают. Давай, бегай, 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 бегай. Все, убежали. Ну давайте дротики выручайте. Что-то не особо дротики, по-моему, давайте смотрю. Надо ставить этот. Вот это ставить. Так, мне надо залезть. Залезь. Все отлично. Залезли. Ставим стеночку. Поставили. И упали. А, так, ладно, я вырвался. Я сейчас тут по минимуму построю. Остальное пусть рандома делают. Сегодня все-таки 1 января, так что не хочу упариваться. Ну и что он делает, вот эту лестницу, зачем? А, он свою базу ставит, ну свою тоже поставлю. Так что пусть не расслабляется. Три ряда сделаем. Все отлично. Не, расположение идеальное просто для моей методики застройки. Расположение идеальное. А, это же за конструктора, я думал, за путешественника. Привык, что за путешественника играем. Давай, не терпится. Мне тоже не терпится запустить. Так, поставлю я дротики. Защищайте данные. Мы защищаем как можем. Так, пойду свою базу ставить. Так, давай. Так, как они доходят, блин? И так дофига ловушек все равно не доходят. Каким-то образом, да? А, он там тоже чел поставил. Ну, хорошо. Давайте, давайте. А еще один
Еще один файл. Ну все, считай, прошли. Так, патроны сейчас крафчу. Откуда вот отсюда? Отсюда получаете. Так, там сейчас стенку они сломают. Поставим там. О, они ж там сейчас будут закидывать. Надо защитничков лепить. Защитничков. Защитничка, защитничка. Защитничка против закидывания. Все, сейчас плохо поставлю. Блин, в одну и ту же долбит. Все равно не помогает. Ну, давай, ремонтируйся. А чё ты стоишь тут, я не понял. Так, надо мне вот этих вот сделать побольше. Там 200. Стоит тут прохожий, да, эти. Чё? Улетаем. Ну все, миссию прошли, кстати. Так, босс пришел, босс пришел. Босс пришел. Так, где моя ярость? Ярость пришел. Хопуй. Хопаните, хопаните. Ну хопани. Молодец. Все, все, все. Он исчез или победили? Он исчез.
всего тютельки осталось. Ну и ладно. Сомнение. А вот они. Вот они и наши Григории подошли на грани. Вот еще один. Блин, нормально он попался. Наш половина. У нас же не привязаны нигде. Если он сейчас они разрушат, все обвалится. Привязки-то нет. Вот. Тут сейчас увидел. Все теперь не обвалится, сломаем. Все сломано. Ура, затащили. Так, пройдена миссия, забираем награды. Так, опыт самое главное. Так, еще одну надо, да? Давай еще одну пройду. 160 плюс. Так. О, фургон можно, все, погнали. Металла нету, сейчас закину. Все, вперед. Загрузились, что меня тут застроил кто-то? Кабанчик ты застроил, да? Так, будем сейчас застраивать. Где здесь? Чего? Что они делают? Чё за бред? А? Чё за бред вы тут делаете? Где фургон? Ну чё они делают? Чё ты делаешь, пакистанец? Тебе нафиг устроим здесь апокалипсис. Ну... Застроил ты. Дальше что? Дай мне выйти. А я успел выйти. Успел. Давай. Нет, дай выйти. Я, блин, играл в королевскую битву, понял? Ну давайте меня заскамьте, ну. Давай, заскаем. Нет. Заскамили. Как же так? Меня заскамили. Что же мне теперь делать? Меня заскамили. Что прикажете, а? Заскамили меня? Заскамили? Давайте я вам по сувениру скину. Но у меня, конечно... А, нет, призрачная веревка есть. Нате вам сувениры. Сувениры.
Все скинул по сувениру. Забирайте, вот вам Винтертех запчасти, призрачная веревка, все забрал. Не стал разбираться, что ему хлам подсунули, не стал он разбираться. Спасибо. 144-й ловушечки мне дал. Это нам нравится. Интересно, по свойствам другие? По свойствам такие же он скинул. Это чё? 144-й. Стой, на, держи. Держи вот эту. Держи вот эту. Вот эту, вот эту. Вот эту. Вот эту. И вот эту. Все забирает, все тебе. Бери, Виндертех. Пригодится на будущее. Так, а может быть пойдем этот строить фургон? Фургон пошли строить. Металла могу? Нет. С камнем. Где-то не зав. Ура! Я возродился. Возродился. Из металла. Неужели трудно прочитать, что из металла строить не надо? Написано же коррозия металла. Что чел думает, о чем интересно? Вообще не понимает, что ли? Сейчас два ряда я сделаю, то два ряда, давай. Все отлично. Два ряда поставили. Снайперы наверху будут отбиваться
Летающий зомби. Ну, как раз 6 штук хватило. Как раз 6 штук. Что они тут понастроили? Да фигня. Так, построю-ка я из металла, давай. Из металла, из металла. Второй раз. Можно и третий. И даже четвертый. Я свалился. Все. Все позастроили. Сейчас он там к скале. Надо привязку сделать. Все. Значит. Привязочка. Привязочка. Ура. Все. Мы не боимся, никого не боимся. Ничего тут не сломается. Коррозия металла, а это чувак из металла построил. Да, конечно, рандомы попадаются очень гениальные. Прям не поспоришь. Ну все, давайте запускайте. Запускайте, запускайте. Ладно, буду ждать, пока запустит. Блин, чё-то рандомы не запускают игру. А вот запустили. Наконец-то запустили, наконец-то. Запустили. Можно теперь, ну, сейчас будем смотреть, как будет работать их эти все постройки. Защитником кислород перекрыли. За что?
Нет, медпункты где? Почему нет медпункта? Здесь идут они, да? Здесь. Здесь направление поменяли. А, нет, они не меняли. Все время. Ну ладно, раз отсюда шли, так как припущены. Да, да, да. Забираем награды, давай. Что тут есть? Ничего, смотрим. Так, опыт, опыт, нам опыт нужен. Обязательно. Так, еще. Не говори мне, что внутри. Так, это мы все сделали. Две миссии я выполню, как я хотел. Две миссии. Вот. Еще 4 миссии надо. Можем в зону храбрости пойти. В зону храбрости. Например. Ну вот, например, пополнение запасов. Тогда пойду за путешественника. А рандомы загрузятся, нет? Погнали. Так что не стойте на месте и... Загрузились, начинаем сразу искать. Ящики с припасом. Разбить автомобили, камни. Так, автомобили, камни, ящики с припасами. Что-нибудь обыскать. Хорошо. Камни уже разбили. Обыскиваем здесь. Камни. Камни. Тут камни. Шо? Так, сколько камней? Камни закончились. Обыщите что-нибудь. Автомобили, ящики с припасами. Так, здесь обыскиваем. Так, обыскиваем, обыскиваем. Так, сейчас автомобили будут. Так, автомобили. Раз автомобиль. Вот. Ящики с припасами только два, да? Хорошо. Так, выпускаем дронов. Все, обыскать что-нибудь. Ну да, обыскать. Мне кажется, Лучик хотел, чтобы я посоветовала тебе найти свой путь. Думаешь, у меня получится? Конечно, получится. Если не угодишь в бурю. Так, обыскиваем, обыскиваем. Еще сколько? Еще половина, столько же. Обыскали. Обыскиваем, обыскиваем. Так, здесь. Здесь обыскиваем. Так, хорошо. Обыскали. Так, еще 5 обысков.
Еще один. Все. Теперь только эти найти надо ящики. Сейчас найдем. Так, вижу, там два ящика. Так, два ящика, два ящика, давай. Еще три, еще три. Один есть, еще вот этот берем. И вот этот вот. Все, 10 ящиков, отлично. Отлично. Так, пошли к автомату здесь. Ничего нету. Ну все, в принципе. Миссия, можно сказать, выполнена. Так, ну чё, на сегодня, наверное, хватит. 17 тысяч опыта. Здесь ничего не дали. Даже на уровень не поднял. Ну ладно. Много тоже не хочется играть. Мне кажется, чем в зону храбрости ходить, мне проще вот эти миссии выполнять раз в неделю и получать усилитель оружия, потом усилитель ловушек тут выпадает иногда. Ну вот, как бы хорошие награды периодически. Уж шпионская лама. Интересно, ну-ка давай шпионские ламы сейчас пооткрываем. Давай. Может, что интересное будет? Да нет, то же самое. Ладно. Ну все, еще раз всех с наступившим новым 2023 годом. Всех с Новым годом. Всем пока.